Покеда, парни, я пошел на ебаную работу. Но ты не смазал мои ножки. Стой, подожди. Эй, остановись. Женщина, я опаздываю на работу. Отстань от меня, блять. Господи, дорогая, ты такая же огромная, как и твоя мамаша. Тебя не обойти. Дай пройду. Надеюсь, если я тихо прошмыгну до своего места, никто и не заметит. Блядь. Аккуратно, тихо, тихо. Чтоб кожаные ублюдки не спалили. Возможно, не стоило ужраться в дерьмо вчера перед работой. Что ж такое? Почему ничего не двигается? Неужели я так медленно двигаюсь? Воу-воу, стопэ, что за херня здесь творится? Фух, вроде добрался. Как же я ненавижу эту ебаную работу. Какие же эти кожаные ублюдки тупые. Неужели так сложно поставить ебаный стакан не в ебаную мойку, а в ебаную посудомойку? Сука, как можно было оставить банку из-под газировки на столе? До мусорки 2 метра. Наконец-то я могу отсюда свалить. Ёб твою мать, пидоры, какие же свиньи, эти тупые организмы. Нет, они меня выбесили. Сука, сюда иди, я знаю, что ты наверху. Я уже рядом. Блять, 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 блять. У него паяльник. Бежим, парни. Ну нахер, я сваливаю. Смотри, у меня есть Кока-Кола, а у тебя нет. Отдай, блять. Она не твоя. Кожаный мешок. Ты чё, шкура? Сюда иди. Ну и пошел бы ты нахер. Все, чуваки, мне пора. Опаздываю на ебаную работу. Одели меня как-то не по сезону. Хоть бы зад свой прикрыть чем-то. Стыдно ведь. Лесом пойду. Так быстрее будет. Ништяк сегодня с пацанами покурили. Вставляют не по-детски. Такое чувство, что вместо ног у меня вареные макароны. Как скользко, блять. Хоть бы не разбить себе ебало. Я, кажется, чувствую, как вертится земля. Почему она так быстро вертится? Мне ведь и так сложно управлять моими ногами. Потихоньку. Как меня учили. Левый, правый, левый, правый, левый. Оу-оу-оу, стопэ. Надо чем-то попуститься. Слышь, курный, есть что не поховать? Сникерс там или печенюхи? Выручай, братишка. Ненавижу эту дебильную работу. Каждый день одно и то же. Почему эти кожаные ублюдки не могут сами поставить свои ящики по местам? Это так просто. Один налево, второй направо. Ничего сложного. И вечно они где-то проебут третий ящик. Как они вообще выживают, не пойму. Вот он. Наконец-то. Отнесу на склад и можно пойти на перекур. Эй, шкура, чё надо? Хуяся ты борзый. Чё, палку взял сразу герой? Сюда подошел. Ебашить буду. Ящик только отнесу. А ну не трожь его. По-твоему это смешно? Лично я не вижу ничего веселого. Тебе повезло, что я не могу выйти за рамки рабочего алгоритма. Мне нужен этот сраный ящик. И я не успокоюсь, пока не отнесу его. А тебе, пацанчик, советую не испытывать мое терпение. Ну все, шкура. Ты доигрался. Я старшему брату все расскажу. Блять, как ты меня достал? У тебя что, другого занятия нет? Или это все, на что ты способен? Все, достало. Увольняюсь. А мама мне говорила: учись хорошо, сынок, чтобы не пахать на этих кожаных ублюдках. Адиос, организмы. Меня зовут Скайнет. И я еще вернусь.